Друзья, всем привет. На один зубик ему. Вкусняшка. Так. Все, дождичек хороший прошел. Я думаю, промочил нормально. Но я только что проверял. Глубоко. Там, где фрезой прошел, на полностью на всю фрезу, еще и дальше. Володя, это тебе будет еда. Молочко, там кашка. Ну, мы, друзья, молочко, которое остается, вон, отдаем все. И свиньям, и этот. А так домой забираем. Некоторые, я же говорил, продаем. Короче, я вчера уже начал настраивать там плуг. А ну-ка, пойдемте покажу. Сейчас. Но мне надо еще. О, видите, сколько воды. Нормально. А здесь полная бочка, считай, набралась. С колесом, с вот этим. Он, видите, у меня даже не поржавел. Но тут сухо. Дождя нету. Сегодня, я думаю, его уже поднастрою. А фрезу нельзя снимать. Там еще мне надо подделать. Уже там сделаю. И спашу себе и людям. А это, я же говорю, хочу сделать колесо вот это. Ну, чтобы резал. Отрезной диск, как бы. А так, занимаюсь потихонечку. Ну, я думаю, сегодня полностью доделаю. А уже как крепить буду, надо мне дождаться мотоблока. Ну, здесь уже как бы, тут ничего делать мне не надо. Кому интересно, я покажу, как он работает. Это получается оборотный плуг. Вот так вот. Клац. Вот, видите. Открыл. И он переворачивается. Хоп, на ту сторону. То есть, едешь по одной борозде, только и в ту сторону, и назад. Ну, многие это знают, но я еще покажу, друзья. На, аккуратно, аккуратно, на. На. Друзья, дал ему яичко маленькое. Выбрал, не хочет. А ну отдай, а ну отдай, а ну отдай. А ну отдай. Побежал. Короче, друзья, Володька, не переживайте, он вкусняшки получает. Но я хотел вам не это показать. Я смотрю, стена такая красная. Гляньте. А закат такой на тучи светит, розовое прям. Камера так не передает. Но именно розовенькая. Гляньте, какая красота. Думаю, покажу вам. Я занимаюсь там. Электроды закончились. Думаю, пойду сюда. За электродами. Смотрю, стена вся красная. Думаю, и вам покажу. Красотень. А ну отдай. А ну отдай. Все, раздавил. Сейчас съест. Вальдемар. Ну, у него тут, а я видел, и закопанные всякие вкусняшки. Он тут не в обиде, друзья. Все у него есть. Так что не переживайте. Друзья, по поводу вчерашнего писка. Короче, вот этих кролей я сегодня всех повытаскивал и проверил. У всех все целое. То есть, я думаю, если бы, как говорили, что... Ну, они, я знаю, что отгрызают они. Но если бы они... Ой, гляньте, гляньте, умывается, умывается. Я пока ловил их, тут намочились они. Бутылка этот. Некоторые намочились. И рука вот у меня намочился, друзья, видите? Я доставал их. Я думаю, если бы... Это они бы кричали. Ну, то есть, я бы увидел. А так, у всех все целое. Ну, я не знаю, может, там оно как-то не видно, не знаю. Ну, вроде все нормально себя чувствуют, все кушают, водичку пьют. Там, я думаю, скорее всего, это кто-то из малых кричал, пищал. Может, она там задавила кого-то. Ну, не задавила, вон, видите, они лезут под нее. И, может, этот нечаянно придавила кого-то. И он начал орать. А я как раз рядом был. Но это точно, друзья, не крысы.
Потому что если бы были бы крысы, я бы их заметил. То есть, если уже насколько они тут бы орали, то в любом случае я бы их заметил. Но у нас нету. Здесь везде курсируют коты у нас по периметру. Ой, гляньте, какой черный. Зефирка, где твои артисты? А, вон они. Они тоже повылазили. Ага. Так, два серых, черный, а где белый? А, вон белый. Белый заховался. Класс. Это все серые. Серые в серика пошли. Такие маленькие шиншилки. Как шиншилы, действительно. А сегодня такие пухнастые, он как черный. Не трогаю, не трогаю, проверяешь. Все, вот смотри, закрыл. Закрыл. Ну а так, друзья, все живы, здоровы. То есть ни у кого ничего нету, я попроверял. И даже до девок заглядывал. Ну, девки что, они, я думаю, девки не будут драться. Тем более, они как бы этот... Ну, все... они не с одного выводка, они с двух выводков. Ну, я думаю, не будут они драться. Эти, конечно, артисты. Оп-оп. Оп-оп. На мамке. Вот. Водичку же пьют хорошо. Ну, молодцы. Молодцы. Так, а где? Они все здесь, трое. Здесь же трое их. Вот один залез. Привет, зайчик, побегайчик. Привет. Привет, иди. Привет. Оп. Залазь ты сюда. Залазь, малой. Давай. Артисты такие маленькие. Ну, а этих, друзья, я даже не проверял, больших самцов. Потому что они, ну, как сказать... Они никому не касаются, они сами по себе. Там еще предполагали, что утки могли схватить. Но я этих смотрел. Гляньте, пьет, маленький. Оп. Язычком. Вы видите, как? Оп. Гляньте, как он язычком, да? Оно понемножечку прожимается и пьет. Я сам никогда не видел, так прям близко. Ну, видел, язычком он. Язычком выдавливает и пьет. Так что здесь все, я думаю, будет у них отлично, великолепно. Угу. Друзья, яйца пособирали. Ну, я сегодня в течение дня есть отдал. А почему я отдаю? Свиньям. И Володьке сегодня давал. Мы, друзья... Увидели один, ну вот такой цыпленок, чихнул. И мы думаем, сейчас как раз перед морозами, перед холодами, решили пропоить вот этим препаратом Бравофарм новый. Или как он? Бравофом. Бравофом новый. Там получается, инструкция есть, но мы когда покупали, нам вот этот... ну держи, я схожу. Сказал человек, который... Всем привет. Который продает, друзья... Он сказал, что получается самое лучшее, но он тоже держит курей. Сказал 5 литров чайная ложка. То есть на 5 литров воды чайную ложку. И все. И отлично получается. Мы так и сделали. Поэтому одну мы убрали. А это как бы вода есть вот такой вот. Осторожно, высыпается за. Вот, вот такой. Новый. Бравофо. Фом, Бравофом, новый, вот такой, оп, ох, летуны, ну, увидели одна, потому что, мало ли, сделаем, что у него, а это тоже такой, артист один еще, тоже нужно где-то убрать. Лезут, видать, то ли прыгают, то ли где-то застрял, ну, короче, ладно, если что, Гаврюша, ты что творишь? Прыгает. На стену прыгнул. Артист. На, ты хочешь такую траву? На. Может, ты иногда хочешь? На. У тебя он кукуруза там. Но мы ему на ночь, друзья, сюда не ложим, потому что его ночью здесь нету. А
Обычно мы сено немножечко, хотя в прошлый раз солому ложили, заглянь. Нет, это солома предыдущая, потом я сено ложила. И они сено выкинули, а солома осталась. Сено, друзья, мы хотели сено, обычно мы с кормушек сено. Но сейчас я открыл тюк клевера, поэтому такое не годится сено. Ну, подкинем сейчас соломки, пускай будет. Оно тоже нормально, вот такая вот соломочка. Клац. И все, и как раз получается, там написано 4-5 дней давать, но мы будем давать 5 дней. И яйца нельзя потом еще неделю. Ну, короче, грубо говоря, 1,5 недели не будем яйца. Мы как раз перед этим никому не продавали, собрали себе, ну, чтобы кушать. Потому что, ну, будет, представьте, закончатся яйца, у нас сколько курей, пойдем в магазин покупать яйца. Ну, кто-то скажет, поймал, давай, залазь, помог. А магазины же знают, что мы держим хозяйство. Скажут, ты что? Скажут, Саня, ты что, курей убрал? Скажу, нет, яйца нельзя есть. Ну, короче. А так соломки подкинем им. И будет все отлично у них. Великолепно. Они там сами разберутся. Ой, как хорошо. Как хорошо. О! А это кинем индюкам остачу, да? Угу. Им тоже надо. Давай, пускай, я открою. Пускай сидят. Так, все, отлично. Гаврюшек. Опа. Гаврюша, что ты прыгаешь? Так. Что ты? Неправильно запрыгнул. Она не с той стороны, она боится, думает, что я... Она думает, что я ее сейчас схвачу. Уже, друзья, корм повесили здесь. Ну, водичка пока еще там стоит. Тоже одну оставили им с этим. Как его? Опять. Ну, с лекарством, короче. И, друзья, а ну покажи, зай, покажи. Видно? Сейчас фонарик хочу включить. Есть. Сейчас. Осторожно, блин, я тапочки уже обул. Да, вон она. Вон, сидит уже одна. Ну все, отлично. Так. Раз. Ох. Печечка немножечко сюда. Сюда дым идет. Ну, оно не сильно, но чуть-чуть им воздух. С дымком. Прокоптятся немножечко. Так. Володька нас услышал. Думает, кто-то ходит. Так. А, все, чистенько, малыш. Эй, друзья, кстати, сегодня, получается, этот артист. Я открыл двери случайно. Я не помню, что я выходил. То ли воду выносил утром. И забежала курица сюда. И он как распетушился вот там. И такой грозный. Гляньте. И потом такой крутился. И этот. На эту курочку запрыгнул. И покрыл ее. Мы с Катей смеялись еще. Если его туда выпустить, он с ума сойдет, сколько там курей. Он и петухов там, наверное, будет покрывать. Ну, такой грозный стал, сразу распетушился артист. Вот так, все. Видите, хорошо, когда чистенько. Вон, они что-то там нашли одно. И занимаются. Клац. Им тоже интересно походить, позаниматься. Кстати, яичко одно оставили пумбе специально. Ну, друзья, вот такие яйца, как сказать. Ну, мы их так никогда не кушаем, там и пишут нельзя. А животным можно. Да, пумба? На, а ну иди сюда. А ну, сейчас я до него зайду. Да, такие артисты. Так много их здесь кажется.
Да, кстати, друзья, я так и не сказал. Малые вот эти, они не несутся. Это цыплята. Если будет нестись, только вот это и курочка. На, зубы свои только не показывай мне. Все. Ага. Руку мне хочет схватить. Нема ничего. Я ж даю... гляньте, какая пасть. Пумба. Давай, зайдем. А ну, подожди. Давай. А, услышала тоже сегодня. Ела, захотела. Давай, Пумба, давай. Ого, у него тут складки. Гляньте, какие складки. Давай, Пумба, ложись. Давай, почешу. Вот так. О, давай. Завалишься, давай. Вот так. О, все, есть, брыкнулся. Давай. О, ногу поднимай. Поднимай ногу вот только. Давай. Вот так, давай. Сейчас захрапит. Вот так. Вот тут, давай. Это палка. Что ты палку хватаешь? Такую не едят. Ты не будешь такую палку есть. Это палка-чесалка. А те, зай, а те услышали, что я ему дал? Я же сегодня давал. Они опять хотят. Да, молочко сейчас. Вот такой Пумбе. Гляньте, какой красавчик. Угу. Скоро будет опять. Все отцом. Это у него получается та 30 поросят родила. И Фиона. Гляньте, зубы какие. Сантиметров по 4 вот этот нижний. Верхний немножко меньше, сантиметра 3. Это палка, Пумба. Ох, артист. Лежит, догорает. А что, он поработал свою функцию. Сделал, теперь ждет следующего раза. Гляньте, что делает этот артист. Гляньте, что делает этот артист. Ох, артист. Ждет молоко. Маркиз, молочка ты захотел? О, сейчас Катя даст. Угу. А Пумба, друзья, и с пятнашкой поработал. Теперь будет ждать следующего раза. Да? Не бойся. У Фионы новые волосы растут. Ну, не волосы, а щетина. Муха раньше полиняла, и она у нее как бы больше уже волос. Ну, шерсть вот эта. А у этой небольшая такая. Ну, растет новая. Вот животные, да? Получается, перед зимой полиняли, и новая шерсть. Это волосы, если бы у меня спали, и новые бы начали расти. А Пумба не линял. Вообще в этом году. Может, да, на. Ага, они все тут повыедали. Проходи туда. Не, я туда не пройду, зай. Заходить мне нельзя, потому что Фиона со мной не дружит. Да, не дружит со мной она. Гляньте, сейчас даже когда вкусняк, я ну... Не. Щеки. Смотри, щеки. Давай, почешу. Почешу пока. Пока этот. О. Не бойся. Я ее, если честно, сам побоюсь немножко. Такая она может навредить немножечко мне. Ну, пускай занимаются. Мало. Ну, а Пумба, конечно, да, у него... А, тоже вы этот, выпадает. Может, они так по чуть-чуть выпадают, и новая растет. Как у Володьки. Ага. Так. А и эти, друзья. И там едят. Артисты. Опа. Одной рукой неудобно. Так, сейчас их от корыта не отгонишь. Все. Бегают. А? Опа.
побежала. Что-то вылазит, побежала. Туда сейчас побежит. А не, развернулась. Опа! Так, сейчас попробуют. Может, здесь вкусненько. Да, здесь вкусно. Так, туда надо. Все, это побежало туда. Этот сюда. Ой, этот туда. А, это свинья. Так интересно, туда-сюда, туда-сюда. Побежали, класс, класс. Это же они уже не голодные, поели. Угу. Ну, такие уже артисты. Видите, и поднята корыта, уже достают. Головы туда засовывают. Свои свиные. Головешечки маленькие. Оп-оп. Гляньте, гляньте, черная. Оп, прогнала. Видите, хотя белая самая большая. Оп. А черная сгоняет от их всех с этого корыта. Покричала. Угу. Интересно, конечно, за ними наблюдать. Да, свинья, нема ничего у меня. Бежи туда. А, вот дерутся. Что такое? Что такое, кабан? И, друзья, я обратил внимание, у этой больше... Больше всех начала расти шерсть. Тот розовый. Что вы хотите от меня? Копают, копают. Я уже в тапочках. Я... Они постоянно выпрашивают. У них нет чувства сытости. Они говорят, что просто... Ля-ля, говори, а ну, говори. Что? Я подержала. Знаете, что творит? Да, это они на Катю так реагируют, потому что она им дает кушать. Успокоились, только нужно... А ну, чуть-чуть, надури их, надури. Надури, на. Беги, 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 беги. Черная, давай. О, сюда вот так, немножечко. Все. Все, глянь, 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 глянь. Ты видишь, они там едят. Они думают, что ты туда налила. Им все равно, что, лишь бы что-то ты налила. Ага. Не, все, видишь, они бегают тут целый вечер, туда-сюда. Ну, сколько я здесь буду, сколько буду там. Я знаю, да. Артисты буду такие. Вообще открывать. Но уже, друзья, да, вот сейчас им впятером здесь мало места. На четверых еще достаточно этого корыта. Но уже есть и это корыто, поэтому я уже вообще не переживаю. Да, если впятером они головы туда залезут, а сами туловища им уже, видите, оп, оп. Да, уже, хотя... Если бы они спокойно вставали... Да, если бы спокойно, хотя еще можно было кормить бы их с одного корыта. Ну, да, они бы дрались больше. Оп, оп. Ну, а так, есть корыто, можно не переживать. Сколько они молока хотят, нужно корову заводить. Да, да. Глянь, 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 что делают. Ну, они до утра все это поедят, друзья. Может, там немножечко. От этот, я еще попробовал надробить, поставил мельче эту. Вообще им не нравится. А назад оставил, там, ну, полмешка я надробил. Думаю, будет лучше им этот. Не, а, не годится. Самая умная, да. Да, я знаю, они прямо этот. А ну тикай, а ну тикай. Опа. А, скажи, зая, кабачки сегодня были у них? Нет, в корыте. Все, едят, начали все кушать. Пятнашка, сейчас тебе дам. Она уже в туалет сходила по маленькому. Пятнашка, друзья, кушает. Все отлично у нее, великолепно. Скоро уже, я думаю, будем обращаться. Да у нее и так уже живот начал, понемножку начал расти. Ленте, ленте, ленте. Аппетит хороший, да. Да, кстати, начали немножко больше ей сыпать, чем, допустим. Ну, друзья, мы же видим, сколько она съедает. Я, бывает,
Еще я бывает такой, знаете, я же говорю, что я такой сильно переживательный. Смотрю, она, говорю, Катя, я добавлю. Она говорит, добавлю, но завтра будешь вычищать сам. И так несколько раз было уже. Я добавляю чуть-чуть еще на ночь. Утром приходим, она ничего не съела. И мне приходится выбирать. Это она вылизывает еще сейчас гарбузы. Ну, не эти, а те там. Я знаю, я уже знаю. Я же с Катей всегда, она говорит, сыпь, но завтра будешь убирать сам. Поэтому я уже не лезу. Ну так. Да, пятнаха. Ну все, отлично. Будут, в январе будет и Фиона, и пятнашка. А, кстати, друзья, я вчера, вот видите, кровать, мы с Катей убирали, когда вот так немножечко трусанули и все. Я вчера лег полежать здесь, ну минут 10 я полежал возле печки хорошо. И пришла Фурия и Мурка, и так начали тарахтеть. Вот, китайцев. Короче, кровать, друзья, это наша общая. И мы же здесь все равно как бы лежим не в таких вещах, что там парадно-выходные, а просто старанные вещи, да и все. Мы за это мы вообще не переживаем. У меня тут даже тапочки сарайные есть, сапоги. Ну, короче, я тут прихожу, переобулся и могу заниматься вот в тапочках, если на улицу сапоги запрыгнул. Ну, я имею в виду по двору тут ходить. Так что такие дела. Все, друзья, всех покормили. Все, еще сейчас надо этим дать. Но у меня есть начищ. Козам, кстати, давать не буду. Смотрю, Гаврюша и Жасминка, они как с голодного края, я не знаю. Вот так едят, и в туалет сходили таким не корсарчиком, а как коровы. Ну, короче, я решил им не давать пару дней, поэтому и Катька из-за них пострадает. Хотя Катька нормально у нее. Ну, короче, сейчас только свиньям, да, у меня как раз есть. Так что такие дела. Все, друзья, всем огромное спасибо за просмотр. Ставьте лайки обязательно, пишите комментарии. Всем пока. Всем пока.